Всем привет! В этом видео я покажу, как получить громобоя в игре Raid Shadow Legends. Это ссылка с бонусом, которая позволит вам получить этого героя и немного дополнительных сюрпризов. Я покажу вам, как получить его и расскажу, почему он такой желаемый кусочек в игре. Итак, начнем. Громобой Рейд — это очень сильно эпический персонаж, который может попасться в сложных активностях, и его нужно выфармливать, чтобы он вам попался. Этот герой имеет хорошие способности для старта, несколько вариантов направления прокачки и крутой внешний вид. А тут я предлагаю получить вам этого героя в 2021 году просто за регистрацию. Но обратите внимание на важный момент, что получить бонусы можно только если регистрироваться через ПК, так вы 100% получите громобоя. Устанавливая Рейд через лаунчер Plarium Play, вы помогаете себе же играть на одном и том же аккаунте, и на ПК, и на телефоне. Главное, чтобы аккаунт на телефоне был привязан к Plarium ID, а также это даст возможность играть и в другие игры от Plarium. Итак, что делать, чтобы получить громобоя? Открываем описание, и первые строчки — это и есть Raid Shadow Legends, ссылка с бонусом. Там так и написано: Raid, ссылка на громобоя. Открываем ее. При переходе вы попадаете на официальный сайт игры. Тут, как вы видите, все показано, что вы получите за создание аккаунта. Для начала заполняйте форму регистрации. Сперва придумайте никнейм, чтобы он был уникальным и запомнился. Затем придумайте сложный пароль, чтобы его никто не взломал. И самое последнее — это ваша электронная почта. А если ее нет, то нужно ее просто создать. Далее на ваш ПК скачается лаунчер Plarium, который после установки скачает игру полностью, и вы можете играть вовсю. Далее, после того, как вы пройдете первую обучающую миссию и шаги обучения, ваши подарки будут лежать и ждать вас на почте. Вот, я в принципе забрал это и радуюсь, потому что герой, которого я очень долго желал, теперь у меня есть. В Рейд громобой — это эпический герой войдовой стихии, а это значит, что другие герои разных стихий не имеют над ним преимущества вообще. Это универсальный герой, который поможет вам в прохождении и в прокачке. Данный персонаж особо полезен для выживаемости на боссах. Его способности накладывают штраф скорости к противнику, ускоряют себя и дают защиту союзникам. Что ему одевать? Самое основное, что стоит ему взять, это сет на похищение жизней, и второй — это или на скорость, или на крит, по вашему предпочтению. Я посмотрел десятки гайдов и могу смело сказать, что если вы только вот начинаете играть, то тратить книги на него не нужно. Сэкономьте на более полезных героев. Этот герой должен быть прокачан в плане уровня, чтобы характеристики были на максимуме, и в плане талантов. Для этого вы потом будете начинать фармить свитки и бутылки, но это такое. Самые основные таланты для громобоя в Рейд, вот я показываю, это один из билдов на сопротивляемость и силу атаки. Это увеличивает его шансы на выживание и урон по боссам. Из статов ему нужно качать скорость, чтобы чаще ходить, меткость, чтобы попадать скиллом, и также нужно здоровье, защита и немного сопротивления. Вот, в принципе, и все основные моменты я рассказал. Теперь вы примерно понимаете, как качать громобоя в рейде, его преимущества и фишки. Не забывайте, чтобы получить героя в Raid Shadow Legends, ссылка с бонусом всегда будет в описании. Переходите и забирайте крутого эпика в свою коллекцию. А на этом все. Вам спасибо, что смотрели. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, и всем пока.